Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Так, друзья, братья и сестры, приветствую всех. И сегодня такая у нас встреча, молитва, получается, да? Да. Вечерняя. Час молитвы этой. Вот, и пусть Бог благословит всех нас. И в Писании говорится, что Господь, Он возлюбил этот мир, Бог Святой, и свою любовь к нам доказал, вот, когда отдал за нас своего Сына Иисуса Христа, свою жизнь отдал за нас. И поэтому нам есть всегда за что хвалить, за что Бога благодарить. И один проповедник еще в глубокой древности, Иоанн Златоустый, такой был патриарх константинопольский, он говорил, что у христианина каждый день есть повод для праздника. И каждый день праздник, по сути. А почему? Говорит, потому что Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть в любой день Он с нами, Он здесь, и это повод для праздника, повод для радости, благодарения Богу. Всегда, всегда, всегда. Вот, поэтому, братья, сестры, знайте, что действительно Господь, Он всегда с нами, всегда Он близ, всегда Он действительно в каждый день с нами. Вот, но самое ценное, когда Он не просто, как сегодня говорил, да, на служение, не просто с нами рядом, а вот самое тайное и самое замечательное, когда Он внутрь нас есть, когда Он внутрь нас сущий Бог, вот это самое ценное. Потому как если Он рядом, близко, и Он приближается, то действительно, ну, люди по-разному реагируют на это. Для кого-то это благословение, для кого-то это проклятие, для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Но когда Бог внутри нас, то это только всегда хорошо. Никогда не плохо. Вот. А почему плохо? Вот, если человека сердце ожесточено, допустим, да, то и получается, что, значит, вот, когда... Это он, да? Котик? А, вот. То тогда, значит, его сердце как бы каменеет еще больше, черствеет. Вот. А если его сердце размягчено, то если Бог близко, ближе, то оно, сердце, плавится. Вот. Вот. И, но когда он поселяется внутри человека, Христос, то и царствует вот это самое драгоценное. И молитва — это, ну что, это разговор с Господом, и прошу Божьей милости, сейчас Божье благословение. Вот. Пусть Господь благословит нас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. А что вы поете вообще обычно? Так вот, при... Гимн. Разные. Да? Вы умеете? Да я вот не музыкант, вот, к сожалению, не играю я вот ни на чем. А почему зачитали? А, ну это потом. Более современный сборник, у нас есть еще классический сборник. Классический гимн, да? Вот, а я сам возьму. А, вот красный. Да. Песня Возрождения, да? Да, всем. Вот, песня Возрождения, да. Классические гимны. Ты позвал обессилу. Правильно сказать, что было? Давайте такой, какой вы знаете, что ты позвал. Ты познал ли силу крови, скажи. В общем, в Ютубе можно найти. Как на грехах смыть тебя,
Духом Его, и омыт ли ты кровью Христа? Испытал ли милость Бога Твоего, и омыт ли ты кровью Христа? Чистый ты, кровь Его, может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что на кресте пролил Христос, белость снега белеет тебя? Ты готов ли встретить Твоего Христа, и омыт ли ты кровью Его? Святой войдет тогда душа твоя, коль очищен ты кровью Христа. Чистый ты, кровь Его, может пятна греха смыть с тебя. Может кровь, что на кресте пролил Христос, белый снег обелеет тебя. Во грехах покайся, отступи от зла, и омойся ты кровью Христа. На Голгофе кровь из-за тебя текла, о, омойся ты кровью Христа. Чистый ты, кровь Его, может пятна греха смыть с тебя. Может кровь, что на кресте пролил Христос, белый снег обелеет тебя. Здорово. Справились. Здорово. Кстати, вот еще, братья, вот хочу рассказать себе, сестры, пару слов. Вот белее снега, да, убеляет Бог грехи, человека от грехов, да, омывает. И вот пример такой хочу привести, очень хороший пример. Вот помните, да, когда Исаия пророчествовал, что если грехи ваши будут как багряные, да, как волну убелю ее. И в еврейском тексте, там в оригинальном тексте, там говорится очень зрелищно. Там говорится, если грехи ваши будут как пропитанной кровью тряпка, я сделаю ее белоснежной, я выбелю ее и сделаю белоснежной. И когда евреи читали этот текст, то, конечно, спрашивали, там, интересовались, как это будет вообще. И вот интересно, священники, вот помните, да, в Библии рассказывается, да, когда первый храм был разрушен, да, потом началось восстановление, покаяние. Восстановление храма, мы его называем вторым уже храмом. Но это тот же самый храм, только восстановленный, возрожденный. И вот, значит, второй храм, когда уже был, пророчество это, священники, они повторяли это пророчество, они этим дорожили, священники, во времена второго храма. И вот они делали такой обряд, проводили в храме, в этом втором. Они, значит, во время вот самой великой жертвы, помните, там в Библии рассказывается, что брали двух козлят, одинаковых прям, потом бросался жребий между ними, одного звали козлом отпущения, называли, да, его отпускали на верную смерть в пустыню там, по Торе, а второго козленка, его ритуально там в храме обескрабливали, кровь с него все сливали, вот, но он таким образом умирал от потери крови. А эта кровь, первосвященник великий, он заходил в храм во святое и во святое святых раз в году, осенью это было, день искупления называется, или судный день, еще у нас обычно называют, Йом-Хакипурим праздник называется, Йом-Кипур, Кипур покрытие, как бы, день покрытия грехов. И вот, и священники что делали? Вот этот текст они помнили из Исаии, и они делали так, что вот этой кровью этого козленка они пропитывали такие белоснежные лоскуты, пропитывали их кровью и привешивали в храме. Там к рогам жертвенника вообще в храме привешивали. И священники смотрели за этими лоскутами в течение этого дня, вот этого всего празднества. И священники почему наблюдали? Потому что они так вот пред Богом как бы ожидали, что если во время этой церемонии всей, да, если эти лоскуты вдруг они превратятся в белоснежные из кровавых,
они выберутся, то священники говорили тогда народу, что Бог простил Израиля, Бог простил наши грехи, покрыл их. Кипу. А что, и такое могло быть? Да, да, и были такие случаи, да. Ну, потом... если манна с небес сходила, то что бы вообще стать белой? Ну да, резонно, да. Но вообще чудеса такие совершались. В Талмуде рассказывается, что, да, значит, 40 лет там при неком Шимоне Цадике, 40 лет подряд лоскуты становились белоснежными. Потом 40 лет было написано там неопределенности, временами там да, временами нет. Вот, непонятно была история такая, через год как бы чередовалось все. А уже последние 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, написано, никогда не принималась эта жертва уже Богом. И лоскуты оставались все время кровавыми. Это в Талмуде говорится, то есть в книге, которая не заинтересована как бы, в распространении христианства. Вот. А это косвенное подтверждение правдивости Евангелия и личности Иисуса как Христа, и Иешуа как Машеха. Потому что храм был разрушен в 70-м году нашей эры, отнимаем 40 лет, вот этих, которые Бог не принимал жертву. И, значит, и получается, что 30-й год нашей эры. И как раз получается так, ведь Иисус пострадал, так вот исторически, если брать, то 30-й год нашей эры получается. Потому что его Рождество было чуть раньше, чем это принято считать. Вот, значит, и на 3 чуть больше года. Значит, и вот с 30-го года нашей эры, то есть когда Иисус на кресте умирал, и он сказал, совершилось, завеса в храме разорвалась, все это произошло, что описано в Новом Завете. И с того момента, уже это было весной все, на Пасху, а уже осенью на Йом-Кипур, того же самого уже 30-го года нашей эры, первосвященник опять пытался зайти во святое святых с этой кровью, но Бог не принимал уже жертву. То есть лоскуты оставались кровавыми. И все 40 лет последних этих, пока храм существовал, этот последний еще не был разрушен, там, да, Бог не принимал жертву своего народа. Вот эти о том, что грехи омоются, да, Израиль уже молился, но не было прощения, не было омытия. А почему? Павел пишет, апостол, значит, вот упомянутое сегодня на служение 1 Коринфянам 3, только 16 уже, ниже там 16 стих написано. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть он, Павел, написал это тогда, когда храм тот еще существовал. Священники еще упрямо совершали эти службы, которые уже никому не были нужны уже. Ни Богу, ни людям никому не нужны они были уже. Уже жертвы эти непринимаемы были. Даже Бог это все реально показывал, конкретно показывал, даже вот на примере этих лоскутов этих. А когда Павел писал это все, да, то об омытии грехов, значит, мы знаем, как оно совершалось и совершается через кровь Иисуса Христа. То есть не какого-то ягненка или козленка, там нет, только через кровь Иисуса Христа. Вот. Ну и еще были другие знамения, очень страшные знамения того времени, вот, этих последних 40 лет. Вот. Были страшные знаки, что минора, семисвечник, сама собой минора затухала. Вот. Значит, потом храмовые ворота сами собой распахивались, огромнейшие там циклопские ворота просто. 20-метровые, как многоэтажка, представьте себе. А храм высотой был до 50 метров. Вот, не считая оснований, вот именно сама вот эта махина храма до 50 метров. Вот. Вот. Да, котик? Вот так вот. Еще там что споем, может, тоже? Можно? 553. 500? 53. А это в красных сборниках. Красный. А, уже в красных сборниках. Ну, вот эти. Ага. Да. Ну, я знаю. Ты знаешь, да? Ой, ну, мы все знаем, мы столько чутили. Как он называется? Когда да, я не знаю. Мы знаем, что мы столько чутили. Какую? Дима? 53. Вот лучше бы, чтобы все знали, да. Я, честно говоря, вообще мало знаю здесь песен этих. Но очень хорошая песня. А вот там в Липецке пели «О наш Отец на небесах». О, да, здорово. А какой это номер? Сейчас где-то в начале. 26. Это уже 26-й, Люсенька. А. А у Шеза тоже. Кстати, там есть «Начальник» тоже прекрасный сбор. «Начальник».
Сегодня тут 26-й? Нет. 27-й, красный. А, да. Красный, 27-й, ага. Так. А, вот да, да. Мне так понравилась песня. О, наш Отец на небесах, прими моление мое. Тебе и слава,
Аминь. 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 Спасибо, Господь. Вот, и очень хороший псалом. Я вот мало отсюда знаю со сборника псалмов этих, но вот некоторые прям так вот услышал, прям сразу прям запомнилось, да, запечатлелось. И вот, вот в Липецке вот, в эти дни вот слышал, как и пели. Очень понравилось. Братья там еще. Ну там в основном пожилые братья были. Вот, молодежь там мало у них, но и бабушки, и дедушки, но в основном, ну, братья как запели, прям аж. Шерсть дыбом прям, как говорится. Вот прям вот, там в этом храме, в этом доме молитвы. Очень понравилось мне. А самый первый псалом отсюда, вот, который я слышал в своей жизни вообще, протестантский, я ж только раньше православный знал псалмы. Любовь Христа безмерно велика. Я только что подумала о том, чтобы его спеть. 783. Вот я этот псалом до сих пор мой самый любимый. Он, вот, представьте, в 96-м году, вот когда я служил в селе, в начале 90-х, еще здесь, в 91-м, в Рязани, в самом 92-м Рязани, в Рязанской области, а потом в Брянской области, там полтора года примерно. 95-й весь и начало 96-го. И представляете, 783. И познакомился с одним братом, вот, а он в Пятидесятнической церкви был. И значит, мы с ним общались туда-сюда. Вот, и я ему, когда узнал, что он значит, там протестант вообще, не православный, я, конечно, думаю, надо же. В ересе человек, погибает, но жалко, думаю, душа погибает. Вот, надо спасать как-то товарища, думаю, значит. Ну, вот я ему дал книгу там одну почитать, про Пресвятую Богородицу, думаю, почитает, вот пусть разумляется. Я что-то молился, и кому я только не молился, разным святым молился, и Богородице, и святым умершим другим, Матронушкам, там, Иванушкам, всем, много-много кому. Вот, тогда еще последние месяцы мои были вот в этого всего, многобожие там. А потом как отрезал все. Вот когда Божье Слово вернулось, то все. Как отрезало, я только лишь вот. И вот все эти годы, я 20-го года, только Иисус Христос, мой Господь, все. И утром я там не думаю, какому же святому, как раньше, там, сейчас помолюсь. Я знаю прекрасно, в кого уверовал. Вот, кто за меня пролил свою кровь. И знаю, что Небесный Отец Он, вот, Авва Отче мой. Вот, и оно, я Григорию дал эту книгу, он взял почитать, а мне дал свою. Обменялись, короче, мы так подрывной литературой. Вот. Значит, но мне его книга очень понравилась. Мы с ним пообщались так. Книгу потом я почитал его. А потом, когда мы с ним снова встречались, он мне говорит, значит, батюшка, приходите к нам на собрание. Я так, опа, думаю, не-не-не. Знаете, как это идет, что-то вот. На расстояние. Только как бы до этого не дойдет, думаю, у нас. Чтобы еще у них в собрании бы, думаешь, это же греха не берешься, там народ-то сразу просечет, что батюшка был. Вот, значит, там и все, там сплетни всякие и прочее. Короче, а я попал все-таки к ним на собрание однажды, вот. Вот случайность, как казалось бы, да, значит, оказался там возле дома молитвенного вечером, вот, и так, мысль такая, почему бы не зайти. Зашел, вот, и, значит, и попал в собрание, короче, там прям, там нарочно не придумаешь. Перепутал двери, короче, оказался прямо на сцене. В разгар собрания, в разгар служения, там, короче, там переполох, значит, батюшка оказался прямо священник, прямо на, ну, где кафедра, где там стол с микрофоном, все. Вот, он тебя привела. Братья там успокоились, видите, что как бы, я пришел с миром, как бы просто ошибся, как бы, знаете, что не пришел там погром устраивать. Вот. Посадили меня среди там гостей, значит, туда-сюда, значит, ну и вот там потом народ успокоился, как-то уже угомонился. Вот, значит, и вышел там старичок, и вот он говорил, сейчас поем номер псалом, вот, вот 783. Ну и я тоже встал, все встали, я тоже встал. А сам про себя думаю, о чем же там могут петь сектанты, думаю, ну, у нас там понятно, там, то, все, там, все нужно, там, литургии, там, а думаю, о чем они могут петь? Типа, у моя секта, какие-то мысли, вот такие, вообще, такие шальные, ну, вот, глупые какие-то пронеслись, не знаю почему, вот, но это вот, оно просто так вот было перед пением, а когда запели, там, кстати, в собрании у них тоже в основном были дедушки, бабушки, Спереди были дедушки, сзади были бабушки все, там еще сидели. И вот они запели вместе эту песню. О, конечно.
Вот для меня на всю жизнь был такой опыт интересный. Вот, понимаете, они пели вот так вот. Еще так вот, даже не споешь просто так вот, вот с таким, с каким-то деревенским подвыванием каким-то таким, еще вот, вот так вот. Как-то там, ну, вот, вот не сыграешь, это же вот как бы, вот интересно. И мне, ну, мне так понравилось вообще, вот, то, что они вот так пели, все просто, на русском языке, и о самом главном пели, вот о любви Христа. И вот, а потом, кстати, уже когда уже после собрания, уже домой был, дома был, ну вот, домой уехал, то, значит, у меня потом пару дней точно, может, даже три дня, в голове, знаете, как бывает, одно и то же крутится. Вот у меня песня-то прямо, она вот крутилась в голове, значит, я вот все вспоминал, само собой вспоминалась она просто. А потом, через там какое-то время, ну, мне же тоже такой сборник подарили, ну, примерно такой, вот, я себе там взял этот псалом, этот переписал, значит, вот, значит, в нескольких там экземплярах, и у себя в храме там раздал после служения бабушкам моим, певчим, вот, значит, на клиросе, там где. Вот, и говорю, бабушки, обязательно прочтите, выучите, вот, мы как-нибудь соберемся и отрепетируем. Вот, бабушки собрались, значит, в следующий раз. Вот, одна из них такая, там, самая такая богомольная, такая бабушка, ее называли, как бы, богомолка, там, значит, она. Вот, она всю жизнь там на клиросе, всю жизнь там певчая. И она говорит, она чуть не плачет прямо аж ко мне подошла и говорит, батюшка, где же вы такой хороший псалом нашли, вот, значит, такую песню такую. Я уже всю жизнь на клиросе такого никогда, вот, ну, не слышал даже. Я говорю, ну, места надо знать. Думаю, сейчас скажу, думаю, опозорюсь, думаю. Вот. Мы разучили, там, потом еще другой еще псалом, там, третий, какой-то там еще, несколько псалмов так вот. И, то есть те, что я уловил, как бы так вот, и пели после служения, допустим, вечером раз, там, все, ночное закончилось там, вот. И как бы уже после отпуска, после уже все, аминь. Ну, еще там обычно там какие-то песни они пели тоже, а это мы пели уже вот, вот эти вот на русском языке со сборника. Вот, споем, братья, да, сестры, вот. Любовь Христа безмерно велика, начало неба льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубоко сметает широко. И если б не было Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя уждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора. Прими любовь без злата серебра. И если б не было любви, любви Христа, не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. О, если б знал живущий на земле любовь Христа, лишь ею дышат все. И если Бог обогнал на миг, то этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли жить, и как спасти всех людей.
любить. Он возлюбил тебя, меня давно. Он возлюбил и тех, кто лишь одно. Твердили нет и поднимали смех, а он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Аминь. Аминь. Вот, такой очень сильный псалом, конечно. О самом главном, о самом важном. Вот и, знаете, друзья, вот блаженный Августин был такой учитель церковный, богослов, еще в 5 веке, через 400 лет после Иисуса, после начала истории христианства. Середина, получается, да, вот, 5 века. И этот богослов, он интересные слова говорил. Один из девизов его, таких известных, что в главном у нас, у христиан, должно быть единство. Во второстепенном – свобода, разнообразие. А во всем – любовь. В главном – единство. Во второстепенном – свобода, разнообразие. Во всем – любовь. И знаете, вот действительно, вот, любовь Христа – это главное. Любовь Бога – это главное. Сам Господь Бог – это главное. Вот, и многие вещи, вот, которые там второстепенные, третьестепенные, они – это уже свобода и разнообразие. Вот. Конечно, порой христианство очень такое пестрое и такое разношерстное, и порой много всего, и ереси, и прочее, но я думаю, Бог прекрасно все это видит, понимает и знает. Вот. И люди-то чаще всего именно действительно в это веруют. Вот. Хотя есть и там еретики, там, но как бы, значит, которые, значит, согласно Писанию, вот есть разница все-таки между ересью и заблуждением. Вот ересью, допустим, там в Писании называется дело плоти. Да, это, и это везде связано с серебролюбием и с наглостью такой, значит, и жадностью, и человек, он и понимает, что это неправда, а учит так вот. Вот это, ну, в природе еретиков почти и не бывает, их очень мало, редко, я так понимаю. В большинстве основная масса, вот, верующих, чаще всего в лагере вот именно заблуждающихся. А что касается заблуждения, Библии, там везде подразумевается искренность или же невежество, допустим, значит, человека. Вот, и, но, знаете, вот, Божья любовь, она выше всего этого. И я знаю, что Господь, Он находит дорогу к каждому сердцу, независимо от нашей там церкви, конфессии, там, что Он доходит к нам дорогу, даже невзирая на наши там различные вот, там, какие-то там странности, учения всякие там и прочее. Вот, самое главное учение наше, это вот сам Христос. Самое главное наше учение. Это сам Христос, который сказал: «Я с вами во все дни, до скончания века». Вот сегодня тоже говорил я на собрании немного о том, что вот действительно, значит, знаете, первые христиане не имели ничего фактически, но имели Христа. И это было христианство. Потом последующие поколения уже много чего имеют, и имели, и имели, и имеют. Вот, но, знаете ли, вот Христа-то теряют, вот, из виду, а это самое страшное. Вот, и спасет нас и каждого из нас в отдельности, и церкви нашей, и вообще все христианство в целом, глобально так, планетарно, только лишь опять-таки воззреть на того, кого пронзили грехами своими, воззреть на Христа. Вот помните, да, он говорил, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Бог возлюбил этот мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь, аминь, аминь. Да, вот, это вот самое важное послание Божьей любви. И Иисус недаром сравнил себя вот с тем медным змеем, помните, да, который из чисел, книга числа, когда, значит, Израиль шел по пустыне, и они роптали, были, значит, там евреи, не евреи, разные люди были, и, к сожалению, роптали. Но
знаете, там даже говорится больше о пришельцах. Ведь не только евреи вышли из Египта, да? И, знаете, не все евреи вышли, не все потомки Якова вышли из Египта. Знаете об этом, да? Слышали? Нет? Интересная вещь, кстати, вот, очень такая малоизвестная. Мало кто из христиан на это внимание обращает. Вот, а вообще, есть еврейское, одним словом, предание, учение, еще древнее еще. Вот, о том, что треть всех евреев, проживавших в Египте, даже после всех чудес и знамений страшных там, и прочее, так и не поверила Моисею, и так они не вышли из Египта. Другие есть учителя, они говорят наоборот, даже две трети евреев всех остались в Египте, только лишь треть вышла. Но большинство раввинов считают, что две трети вышло как раз, а треть отпала неверием. Значит, наподобие как треть ангелов, допустим. Да, вот, вот тоже такое сравнение, ну как бы для них, может, красивое такое сравнение. Отпадших. Но за место отпадших неверием, значит, Бог привил верою с разных народов, проживавших в Египте, пришельцев, получается, с разных народов, которые не были рабами, были свободными, либо крестьянами, либо ремесленниками, либо даже богатыми людьми, то есть, которые могли себе позволить, знаете ли, даже, ну, имели дома и прочее, им было что терять. Рабам-то нечего терять, как говорится, кроме цепей. Было. А вот тем было что терять. Вот. И поэтому как бы и робот у них был такой уже осознанный, потому что, знаете ли, они оставили кое-что в той жизни. Вот, как бы, я думаю, что рабам, чисто рабам, если вот по нему только там нагайка свистела, плетка, да, значит, и он только камни эти ворочил, ему особенно как бы вспоминать добрым нечего было, Египет, понимаете ли. А вот те, кто, у кого там были дома, значит, и земли, и все. Как бы роптали. Вот, кстати, и это не просто предание, не просто рассказ еврейский. Нет, это уже исторический факт. Потому что археологи, вот еще конец 19-го и в течение всего 20 века в Египте много там чего перерыли. Много что для себя открыли. И вот самое основное, что интересно очень, времен исхода именно открыли археологи, что они полностью это предание подтвердили. Нашли следы огромного еврейского присутствия, то есть целые города еврейские, поселения огромные, многотысячные поселения еврейские, уже датированные временем после выхода, при следующем фараоне уже. То есть и они там находились, и притом долгое время находились, еще не одно поколение, вот евреи там. Вот, и это, ну, было уже доказано в конце 19 века, это было как бы спорным еще мнением. На протяжении 20 века, когда делали еще новые и новые эти находки, то даже как бы руками разводили, какой же это исход, если евреи там по-прежнему жили, и при том в огромных количествах. Не просто там как бы, ну, отдельные какие-то поселения, нашли огромные поселения еврейские, вот, и были немного даже ученые некоторые в тупике. Кстати, в советское время даже пропагандисты использовали это против Библии, мол, доказывая, вот смотрите, мол, не было никакого исхода, потому что евреи также по-прежнему жили. Но на самом деле, вот, да. А как же они могли не поверить Моисею, если море перед ними расступилось? Нет, понимаете ли, чудеса чудесами. В каждом народе есть свое упорство, свое неверие. В еврейском народе есть свое упорство. И порой упорство такое, что с другими народами даже, честно говоря, не сравнить даже. Вот я не в обиду никому сказано будет. Говорят там упертый такой-то народ, допустим, да, вот, значит, но как упертый еврей, никто не уперт, наверное, вот честно говорю, вот даже по моим наблюдениям, так вот, всяким, не только как человек верующий. И, значит, и, знаете, наверное, один, вот я вам расскажу один из примеров, на это внимание тоже не обращают обычно, почему многие евреи могли засомневаться в Моисее, Моше, да, Моисее, почему? Помните, последняя казнь, когда происходила, да? Значит, и там в каждой казни были свои нюансы, но в последней казни, когда первенцы должны были умереть, от человека до скота, помните, да? И Бог повелел, что сделать, да? Взять козлят, значит, и приготовить их. Вот, но когда было повеление, это сказано, 10 числа месяца Нисан, полнолуние 14-го Ниссана. Сам исход совершился 14-го Ниссана. С 14 на 15 в ночь. Самая полная луна. Вот, даже у нас бывает полнолуние яркое, да, бывает. Иногда, редко, правда, здесь, в этих широтах. А вот на югах, если вы, допустим, например, в Ставрополе даже приедете, да,
вы заметите, там полнолуние, оно очень яркое, даже можно по газету читать. Mm-hmm. Вот. А если еще южнее возьмите, то полнолуние бывает настолько ярко, что и луна таких больших размеров, что можно ходить как при свете дня вообще. Вот так вот. Так вот, и во время полнолуния месяца Ниссан Бог вывел ополчение. Но дело в чем? Что 10 числа они должны были приготовлять, уже привязывать этих агнцев. Но это был шаббат, это была суббота. По закону все знали. То есть закон юридически он еще не был провозглашен. Он только в исходе в 20 главе был провозглашен. Но его фактически всегда евреи знали. Вот, значит, и не только евреи. Потому что это еще со времен еще бытия, вторая глава, значит, там, создание человека. Вот, значит, и в человеческом роде всегда сохранялось это как бы, ну это как де-факто. А де юре это стало только вот в 20 главе книги Исхода. Вот. И шаббат во время сына Якова, во время плена, рабства, да, они всегда сохраняли шаббат. И даже египетские надсмотрщики там, значит, там, не принуждали шаббата, значит, трудиться. Это тоже. Даже в этих в египетских надписях, которые археологи находили, тоже прочитывали, это значится, что они, значит, именно даже рабам еврейским, значит, день Господний их, день Иеговы там, значит, там обозначен был, значит, они давали возможность отдыха. Хотя, вот, как бы, понимаете, вроде по-нашему, если раб, то без выходных, как бы, да. Но, видимо, они были так вот уперты, что вынудили как бы, власти вот так пойти навстречу, значит, и просто-напросто ну, давали им выходной. И представьте, какой соблазн. Вдруг приходит человек, да, принц египетский бывший, значит, да, потом, который 40 лет где-то там был в пустынях, говорит, что Бог с ним встретился, Бог Авраам, Исаак и Яков пережил с ним встречу, он пережил встречу с Богом. И пришел как избранник, как посланник, спаситель для евреев. И вдруг говорит в шаббат делать работу, которую никогда не, сука, не в рабстве они не делали. Конечно, здесь, ну скажу так, очень многие засомневались, а посланник ли он вообще Всевышнего Бога. Потом, как вот и Иешуа, да, Иисуса, тоже. Он не нарушал субботу как таковую, но он нарушал традиции, которые, ну человеческие постановления, которые... В народе уже, как бы, уже, будем так говорить, популярны были. Вот. А для людей он как бы уже нарушитель был заповедей Господних. Но это все было неправда. Потому что когда пришел последний час, как говорится, Иисуса, да, уже приходил последнее время Иисуса, то земного его же бытия, то он сказал, что вот идет князь века сего, да, и во мне не имеет ничего. То есть дьявол не имел никакой зацепки абсолютно. Если бы Иисус согрешил бы против какой-то заповеди Господней, против Слова Божьего, то он не мог бы так сказать. И его жертва даже не была бы совершенна. Вот. Но что интересно, Бог повелел то есть в шаббат сделать это. Почему? Есть разные объяснения. Раввины до сих пор, честно говоря, так вот очень по-разному комментируют это, почему это могло бы быть. Вот. Одно из объяснений, знаете, какое интересное? Потому что все знали по всему Египту, все народы, за 400 лет уже они это выучили точно, что евреи в шаббат ничего не делают. Тем более заводить животных, привязывать животных, значит, они этого не делали бы. И представляете, хотя скотоводы, скотоводческая нация. Представьте себе, когда вот твой сосед еврей, его деды, его прадеды 400 лет живут с тобой в Египте, да, значит, и они этого не делают ничего. И вдруг повсеместно все евреи, как сговорившись, это делают. У тебя как минимум будет вопрос вообще, как бы. И ты наверняка, может не ты, но кто-то еще, но спросит кто-то из соседей, что вы делаете вообще. Вот, и это было еще и в этом отношении, ну точно, знаком таким для всего Египта. Потому что многие не евреи, вот последняя казнь, некоторые говорят так, что вот, значит, вот только евреи покрасили кровью косяки, да? Но, во-первых, не все евреи покрасили кровью косяки, не все. Вот, есть свидетельство того, что вот те, кто что как раз ожесточены были против Моисея, они не красили этой кровью, не принимали жертву. То есть не весь Израиль это совершил. Но, с другой стороны, многие неевреи, которые увидели это, и они видели прежние казни, и там не поверить очень трудно, как бы, они поверили Моисею, и они совершили эту Пасху. И, значит, если губитель проходил мимо, да? То есть, получается, если он не говорил, что вот какая твоя нация, живущая там за дверью, значит, нет, он смотрел на кровь. Если есть кровь, губитель проходил мимо. Вот в чем дело, вот в чем был секрет. Это прообраз крови Иисуса Христа сегодня. И сегодня тоже неважно, какая твоя нация, да, значит, какой ты,
образованный или там, ну что у тебя, но ты, если ты слушаешься Слова Божьего, да, принимаешь эту жертву Агнца Божьего, но то на косяках твоего разума, твоего сердца божественная кровь Иисуса Христа. Вот, и мысль проходит мимо. Ты благословлен, защищен, благословлен, сохранен Всевышним Богом. Вот, и много другого было еще, что у Моисея жена была не еврейка, между прочим. Для многих вот именно узкорелигиозно, узконационально мыслящих, таких всегда было много в Израиле, это тоже соблазн, огромный притом соблазн. Вот, понимаете, значит, и оправдание, что там не было евреек, чтобы жениться, это, они в учет это не принимали. Вот, значит, дети его, они даже были не обрезаны вообще, мы знаем. То есть, понимаете, ну, очень много было, вот, нам, мы сейчас на это внимание можем не обратить, но для тогдашних евреев, живших, потомков Якова, это были вопиющие вещи. Вот, и о чем это еще говорит нам? Что Бог делает, как Он хочет. Все. Понимаете ли? И даже если это порой нарушает наши там, национальные предрассудки, традиции какие-то, религиозные, даже если это нам кажется нарушает даже ну, Божьи заповеди, но нам так кажется, потому что в корне Бог не нарушал свою заповедь, будем так говорить. Он не давал изначально таких вот повелений. Ладно, хорошо. Вот, понятно уже, да, вот, вот это уже достаточно уже и понятно вам, что в действительности исход Божий совершался тогда, и вот еще он совершается сейчас. Вот, совершается сейчас. Кстати, я был после собрания нашего, вот в доме молитвенном, да, я еще был на собрании потом там в подвале. У африканцев. О, классные ребята вообще. Мне понравились они вообще, классные. Да, здорово. Я это прям не знаю. Нравятся мне черные ребята вообще, очень нравятся. Вот, я не знаю, если бы и Бог даст, хотелось бы, чтобы хотя бы там 2-3 у нас были тоже чернокожих таких, там, может, какие-то барабанщик, там, музыкант какой-то, не знаю, но они, они такие вот, они вот славят Бога так, ну, задорно. И вообще там как бы, не знаю, там очень, мне очень нравятся они, очень нравятся. Вот, и знаете, я им как раз тоже вот, упоминал об исходе. Вот как Моисей тогда, помните песня пасхальная была эта, старая, там, Let my people go, там всего это, Фарон, там, как там, Golden Moses, то есть Бог послал Моисея и с поручением, отпусти народ мой, отпусти мой народ, это главный такой Божий призыв как раз на Пасху. Вот, но тогда к фараону был, да, призыв, а сегодня кому призыв? От кого Бог забирает людей? От дьявола, да. От дьявола, от всех его бесов, от царства тьмы Бог командует аду, отдай мой народ. А кто его народ? Знаете ли, Израиль первенец, но это далеко не единственец, если можно так выразиться. Значит, первенец, но Бог весь род людской хочет спасти вообще. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Помните, да, Павел говорит, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли. Да, спасибо, Господь. А можем споем еще вот это «Славьте Бога, славьте песнопениях». Как этот номер тоже, да. Вот тоже один из псалмов, который очень сильно мне понравился тогда еще, в 96-м. И мы, кстати, эти псалмы тоже используем, вот, только без сборника, правда, а вот так выписаны. 737. А, тоже 700. 737, красные сборники. А, вот да. Пришли, да, брать? 737. 737. Славьте Бога! Славьте в песнопениях, славьте, славьте жизнью всей своей. Строй нам венье в радостном хваленье, средь мучений и среди скорбей. Славьте Бога, славьте славьте всей душой, нас Он спас собой.
слава вечная Ему. Славьте Бога каждое мгновенье в чувствах ваших, мыслях и делах. За Его Творца долготерпенье к миру гибнущему во грехах. Славьте Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте всей душою за Его великую любовь, что от смерти спас Он нас собою, на кресте пролил святую кровь. Славьте Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно, скоро сам во славе Он придет и своей любовью чудной вечной всех спасенных в дом свой приведет. Славьте Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Аминь. Аминь. Фух, да, вот это вот. Пусть всегда будет хвала нашему Господу, Богу, всемогущему. В наших судьбах, в наших устах, в наших сердцах. Аминь. Аминь. Господи, спасибо Тебе, Боже, за этот добрый вечер. Спасибо за Твое присутствие с нами, среди нас. Боже, благослови, Господь, всех нас, Боже. Потому что без Тебя мы ничего не можем сделать доброго, Господь. Но с Тобой мы сможем сделать все. Благослови, Господь, и тех, кто не смог быть сегодня здесь, на этой молитве. Благослови всех, кто, Господь Божий, сегодня этим вечером обращается к Тебе, Господь, чистого сердца. Отец, благодарю Тебя за то, что кровью Твоей святой, кровью Сына, Агнца Твоего, мы искуплены от суетной жизни, преданы нам от отцов. Боже всемогущий, благодарю Тебя за жертву святую, которую Ты доказал однажды и навсегда, приобретя нам искупление вечное, доказал свою любовь к роду человеческому, ко всей этой вселенной. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий, благослови нас. Благослови, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Аллилуйя. Так что, можем сделать фото.